Я Крукина Екатерине, доставка цветов. Твоя улыбка – это что-то невероятное. По итогам зрительского голосования из трех номинантов была спасена Карина Дырнаева. Хочу передать слово победителю битвы за иммунитет Екатерине Рукиной. Екатерина, приглашаю вас ко мне поближе. Ну что, вы подумали над своим выбором? Да, что я сделала свой выбор. Я спасаю на этой неделе Светлану. Неожиданно. А почему? Обоснуйте свой выбор. Я считаю, что Светлана больше прикладывает усилий на тренировках, не ленится, делает все, что от нее требуется. И мне кажется, это нужно вознаградить иммунитетом. Почему решила Женю-то выгнать и прогнать? Ну, я считаю, что, я же говорю, не то, что я против Жени, я за Светлану. Потому что я видела, что она больше усилий прикладывает, больше хочет. Поэтому я считаю, что ей нужно дать шанс. Тогда Светлану приглашаем. Поздравляю вас. Спасибо. Ваши ощущения? Что хотите сказать, поблагодарить? Неожиданно, волнительно. Большое спасибо Кате. Я вообще не ожидала. Ну, большое спасибо. Что вы сделали для того, чтобы победить или получить вознаграждение? Нет, на самом деле ничего. Просто я же, как все, тренируюсь, стараюсь, не знаю. Но это ее выбор. Как бы никаких разговоров или каких-либо просьб, конечно, не было. Mm-hmm. Если она так решила, то большое спасибо еще раз. Mm-hmm. Хорошо. Теперь Карину можно, пожалуйста? Карина, у меня вопрос к тебе. У тебя 618 голосов. Откуда они взялись, если у тебя мало знакомых в Воронеже? Ну, если честно, когда мы беседовали, я подумала о том, что... Ну, я не умею просто за себя просить, но тут включился какой-то азарт. То есть, когда я проснулась, вспомнила про голосование, посмотрела, что несколько человек, ну, уже проголосовали за меня, и я решила в Инстаграме кинуть клич своим друзьям, что участвую в проекте, ребята, помогите. Ну, собственно, это мне не очень свойственно, но облетел круг от Магадана до США. Скажу вам честно, мне было очень приятно. Каждому абсолютно я очень благодарна. Женя. Ну что, последнее слово за тобой. Да, что говорит? Ну, твои ощущения. Почему ты вот в номинации и вылетела? Ну, так сложилось. Плохо работала или плохо просила? Я не просила. Не просила? Нет. Хватит врать, я видела в Инстаграме. Несмотря на поражение, хочу тебе вручить маленький презентик. Сертификат, подарочная карта номиналом 3000 рублей. Гастромбар Москва. Заешь свое горе, да? Кому и от кого? Я Крукина Екатерине, доставка цветов. Воздыхатель не раскрывает своего имени, да? К сожалению, нет. Хорошо, мы тогда попытаем Екатерину. Она, вон она занимается. Екатерина. Я никогда в жизни не посмела бы сказать, что тебе нужно что-то в себе поменять. Твой бывший был просто идиот, но трудно не согласиться. Ты прекрасна сейчас, перестань, пожалуйста, худеть и улыбайся чаще. Твоя улыбка – это что-то невероятное.